ребята, всем привет! Надеюсь, меня нормально слышно. Сегодня я опять же вам покажу, как... Кстати, я наконец-то приехала. Сейчас 9:05 вечера. Ой, тут вечер. Утра. И я на телефон, да, снимаю, чтобы... Ну, как-то мне так удобнее. Вам все равно все видно нормально. В общем, покажу опять тем самым людям, которым непонятно было... Как устанавливать читы на трансформеры падения Кибертрона. Как скачать, как установить их. Я все по порядку сделаю. Заходим сначала в Chrome. Потом я ссылку на сайт оставлю в описании. Вот так вот, думаю, лучше будет. Блин, извиняюсь. Вот, заходим на этот сайт. Тут трансформеры падения Кибертрона, трейнер, плюс 10. И главное, что этот Флинк, автор. В общем, вот такой вот у вас трейнер будет. Вот, функции всякие. Скачиваем. У меня, конечно, уже скачано. Вот оно, тут. Вот. Но для вас я еще раз скачаю. Вот тут скачивается. Не буду на паузу ставить. Вдруг тут там что-то там вякнет. Скажет то, что о, у тебя там другое ты установила. Там, короче, начнет там... Пургунисти. Потом я специально для вас запущу трансформеры и все проверим. Хорошо? Хорошо. Я приехала, вот, устала ужасно. Но для вас я снимаю видео. Я как-то и хочу спать, и не хочу спать. Ну, как-то так. Теперь видео будут выходить. Вот, все у нас загрузилось. Скачать. Как видим, скачивается. Вот. Вот оно скачалось. И сейчас будем проверять все. Смотрите. Мы, в общем, открываем трансформеры наши. Ну, то, что скачали. Чит, так сказать. Вот, нажимаем, вот у нас архив вот такой вот. WinRAR открывается. Так вот будет лучше. Открывается, ну, как всегда, вот так вот у нас. Ну, вот это вот высвечивать синеньким. Вот на это вот нажимаем. Сейчас откроется. Все, открылось, люди. Вот такой вот звук. Здесь вам слышно. Ну, вот это вот можно закрыть. Все, сейчас я открою трансформеры. Сейчас все открывается. Да, что у меня там на голове, интересно? Да, я вся лохматая. На камере почему-то вот эта вот штуковина видна. А, ну я ее тоже вижу. Короче, быстрее перематываем. Мультиплеер. Естественно. Ну, можно и в escalation, там, в эскалации или эскалации. Эскалация, извиняюсь. Вот, все открылось. Сейчас. Вот все. Приватный я свое создам.
Ну, и свою любимую карту. Вот моя любимая карта. Десептикон, я хотела автобот. Нет. Ладно. Попробуем. Выбираем кого угодно. Давайте вот этот. Если что, я с читами не играю, я для вас это делаю. Я же не fight match там пошла. Смотрите. Нажимаем. Слышите, пиликает? На Numant 1, 2, 3, 6. Не лагает кнопки так. Но должно пиликать. Вот, 8 и Home. Все, сейчас проверяем. Смотрите, все стреляет. Смотрите. У меня бесконечная просто может быть. Ну, правда, с этим читом вы сможете умирать. Но все равно вы, по крайней мере, сможете наибольшее количество людей, так сказать, убить там. Сейчас проверим еще с другими какие-нибудь. Давайте вот с этим вот. Сейчас я... Не сдохну, наверное. Долго бы подыхала. Надеюсь, меня слышно было. Долго бы... Долго бы подыхало. Вот, все. Вот, у нас также все работает. Фокус куда-то исчез. Все, вот так вот. Вот. Все как обычно. Ну, не как обычно. Все работает, ребят. Я не знаю, кто там... Не понял, кто писал то, что развод не работает. У меня точно такой же чит. Я также показывала, только я, конечно, без... Ну, я просто показывала, ничего не говорила. Как мне сейчас сдохнуть только? А, сейчас сдохну. Кстати, покажу вам сейчас, как работает это с другими. Самоуничтожить. Все так же работает. Видите? Даже в трансформации это работает. Вот. За, ну, со самого мелкого. Все работает. У меня точность есть большая. И я очень быстро стреляю. Вот. Невидимка. Включить. Невидимка. Выключить. Невидимка. Выключить. Все, все работает. Тут точно так же все работает. А как мне тут самоубиться? Странно. Блин. Надо было другого сначала. Блин. Ладно. Давайте еще раз. Давайте в эскалации попробуем. Надеюсь, вы досмотрите это видео до конца. Давайте в эскалацию пойдем. Эскалация. Приватный матч. Потому что с читами там не хочу с кем-то играть. И навряд ли тут в эскалации кто-то есть. Давайте вот. Давайте вот это вот выберем.
Давайте за Soundwave или Shockwave. Давайте за Soundwave. Я очень люблю Soundwave. Ну и Shockwave тоже. Смотрите. Бесконечные патроны, просто бесконечные. Также бесконечные патроны. Не, я не могу самоубиться. А сейчас выключу. А так бы я могу, ну, могла бы сдохнуть. Видите? Ну, самоубийца у вас, наверное, не получится. А вот чтобы вас убили, это получится. Надеюсь, что нет. Ну все. Надеюсь, я вам, ребят, помогла. Я очень надеюсь. И вы будете пользоваться этим читом в ненужных ситуациях. Не будете им пользоваться вообще. Главное, играть всегда честно. Поймите это. Я это показала, чтобы тот, кто ищет читы, найдет мое видео. Я предыдущее видео, кстати, удалю. Прям при вас сейчас удалю. Так, где тут оно? Так, значит, дальше. Сейчас найдем все. Или я слепая, или я не вижу. Зелененькая картинка. Значит, а вот следующий сейчас на третьей вкладке. Вот, точно будет. Я не говорила, что на третьей вкладке оно будет. Я сказала, что дальше оно будет. Ё-моё, где оно? Куда оно исчезло? Сколько у меня видео? Вот. Я же сказала, оно будет на пятой вкладке. Кстати, посмотрите видео про Майнкрафт. Прям вкладка вся в Майнкрафте. Вот. Сколько просмотров? 293? Что, простите? Что вы сказали? Что? Вот мой канал. 293 просмотра. Что, простите? Откуда это взялось столько просмотров? Офигеть, я просто сейчас в шоке. Я просто сижу в шоке. В шоке, понимаете? В шоке. Ё-моё. Не, простите, я тебя удалю. Вот это хайпануло моё видео. Офигеть. Нифига себе, я просто сейчас в шоке, ребят, серьезно в шоке. Ой. Удалю видео.
293 просмотра. Почему вы не набираете столько просмотров? Чё так темно? Алло, что так темно? Это я просто сейчас прифигела. Посмотрите новое видео мое, вот это вот. Важная информация. Посмотрите все мои видео, а я вам за это буду очень-очень благодарна. Какое я видео дальше хотела снять? Кстати, дальше я буду снимать видео про игру. Вроде бы одну, сейчас посмотрю. Одну, нет. Вроде бы одну. The Pack. Ну, вроде бы про две даже. Сейчас я этим и займусь. Ждите, ребята, новых видео. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо всем большое за просмотр. Всем удачи, всем пока. Надеюсь, я вам чем-то помогла. Все, пока-пока.